подписчики, гости канала. Рада всех видеть у себя в гостях, подписчиков и гостей, и всех, кто случайно заскочил на огонек. Всех поздравляю с Новым годом, с наступающим. Всем желаю здоровья, счастья, успехов, вдохновения. И хочу подвести итог, резюмировать свой личный новогодний марафон перед самыми праздниками. Вперед! Собиралась кусочков, совсем, как говорится, кусочки. Я вот так сложила. Насобиралась на три полоски. Новогодние такие. Вот такая тесьма у меня. Вот еще вот такие кружева у меня. Как джинсовая ткань такая белая. Мои заготовочки. Сейчас я это безжалостно раскромсаю. Так, вот эти два я режу. Широкую полосу для аппликации приготовила. Это для самого ланчмата. И для подставочек еще на одну основу белую. И вот я уже организовала свое рабочее место возле машинки. Простым карандашиком я нанесла то, что хочу видеть. И вот интрига. Сейчас будем вышивать. Постаралась нарисовать ровненько, без всякого трафарета от руки. Рисунок я выбрала совсем, знаете, для начинающих. Ну, собственно, значит, выбрала, я его сама нарисовала. Я пристрочила очень сходного цвета нитью мышь. Свободно-ходовой строчкой ровно сначала. Сейчас я делаю аппликацию. Ну вот, что у меня вырисовывается, видите? Операция сложная. Ювелирная. Все, с мышами я закончила, с елками я закончила. Что уже получилось, я отпарила утюжком и хочу показать. Но это еще не все. Ну вот на каком я этапе теперь. Главная большая салфетка. Сейчас я все вот это оттонирую. Для этого мне что нужно? Та-дам! Видите, текстильные марки. Ну вот так получается ярче. Я добавила цвета фломастерами текстильными. Все, пошла собирать. Ребятки, посмотрите, какой уже у меня блок получился. Уплотнила еще одним слоем баечки, фланилечки. И уже потом положила изнаночку. Сейчас еще вот тут обтачку сделаю. Я буду делать следующий свой проект. Очень легенький. У меня зеленый флизлин очень плотный. Можно любую ткань. Можно любого цвета. Это что-то среднее между гипюром и тюлем. Вот такой драпчик. Органза. Ниточки понадобятся. Я скалываю, чтобы без мороки собрать. Сострочила, собрала и вывернула. Посмотрите, какое. Свободно-ходовой строчкой я прошлась пару раз. Вставила внутрь проволочку. И сейчас попробую приработать ее зигзагом. Листик стал принимать форму. Обработала зигзагом и саму веточку проволочную. Прикреплю это к яблокам своим. Прикреплю ножки, сделаю из вот этой веревки. Закончила я свой очередной шедевр новогоднего марафона. Спешу с вами поделиться. Вот какие-либо похожие материалы нам понадобятся. По всей окружности иголочкой сметываю. Потом вставляю в середину заготовочку пластиковую. И вот так вот аккуратненько стягиваю. Какой был у меня кусочек кружева. И вот что у меня уже получилось. Мои красавчики трое. Вспомнила про это кружево. Они как раз прекрасно ложатся вот сюда. Вклею горячим пистолетом. Никакой ПВА не удержит. Даже не обольщайтесь. Ну-ка посмотрите, что у меня получилось. В последний момент я вспомнила про свои золотые ленты. Перебирала в мастерской, попалась деревяшечка, потом к деревяшечке попалась гипюрашечка. Сейчас покажу, что у меня в заготовках, и потом покажу, что я буду делать. Вот кусочек, который попался, деревяшечка давно лежала на балконе, я всякие такие
покупаем. Вот сейчас поищу все остаточки кружев. Вспомнила, еще другие цвета у меня есть. Понадобится синтепон. Выкроила по основному размеру и рисунку подклад и сколола. И вот я приколола все свои винтажные кружева, все свои запасы. Лицевая сторона изнаночная. Теперь даже непонятно, какая сторона красивее. Пришила декоративной строчкой, показываю какой. Ну вот, я положила слой синтепона. Получается объемная. Сижу, ножку обматываю. И вот я сделала ствол. Тайские палочки. Ну вот, дорогие мои подписчики и гости канала. Вот моя елочка. Вот такая получилась красоточка. Я края обшила кружевом. Все это я соединяла декоративным швом. Покажу вам очередную свою идею. Готовьтесь к рукоделию. Мой творческий беспорядок на время 10 проектов. Моя помощница, которая требует, чтобы я с ней играла. Оказались заготовки слишком длинные, я их обрезала. Это похоже на пленку, которую ставят под ламинат, только без люрекса. Остатки от костюма. И сейчас я буду что-то делать новогоднее. Из остатков. Посмотрите, какие я сделала заготовочки. Ставила эту прокладочку. Вырезала. По размеру две части. Эту часть я уже обшила косой бийкой. И тоже обошью косой бийкой. Посмотрите, что у меня получилось. Вот какой у меня есть раритет. Вот теперь я сделала себе вот такой сувенир. Долго не могла понять, что с моим футляром не так. А уши ее где? И усики. Ну вот, теперь моя мышка стала похожа на мышку. Фломастер текстильный. Слегка запаривается утюжком. И, в общем-то, можно пользоваться. Показываю сегодня очередную марафоновскую пошивушку. Сами полоски у меня разной длины. При нарезке я буду равняться по самой короткой. Две вот такие полоски выровняла я. Экономно и симпатично. Пришила полосочки. Я положила по 4 слоя обычной хлопковой ситцевой ткани. Я нанесла карандашиком легонечко. Показываю, что у меня получилось после разукрашивания нитью. Потихоньку начну осваивать вышивку гладью. Я не перестаю радоваться, что купила эти текстильные фломастеры. Очень сложно подравнивать, конечно, в помощь все эти линейки и ножи роликовые. Ура, я закончила свои, наконец-то, штучки. Продолжаем подготовку к Новому году. У меня заказ на цветных мышек. Естественно, я хотела с вами очень поделиться. Бежевый гипюр, атласная ткань. Черная гипюровая ткань. Есть у меня синтепон, есть еще холофайбер. У меня вот такие выкройки. По стороне радиус 20 сантиметров. Скалываю, смотрите, кружево сосновой. Продвигаю. Делается строчка только вот этой части. Эта часть собирается вручную. Ушко вот такого размера. Прокладываю ровную строчку. Делаю строчку зигзаг. Вырезаю, выворачиваю, заутюживаю хорошенько. Собираю нижнюю часть, набиваю холофайбером и стягиваю. Пришила я ушки и хвостики. На проволоку накручиваю узкую полоску кружева. Один край туда вставлен. Глазки и носики просто приклеены. Показываю сегодня очередную марафоновскую пошивушку. Приглашаю вас вместе со мной. И давайте приступать. Так как у меня несколько елочек, я показываю. Это одна сторона, это вторая. Сейчас я все это слегка простегаю. Завтра уже буду набивать синтепоном, а потом уже буду собирать. Потом ножку вставлять. Завтра обмотаю, набью и найду, куда впиндюрить. Еще и верхушку потеряла, пришлось такую прицепить. Закончила я свою последнюю елочку. Вот такая у нас композиция красивая. Елка очень высокая, не помещается. Шикарных мышек, это последние мышки, парочка. Видите, они как сердечко стоят. Мальчик и девочка, видите, какие славные. Вот такой у нас доставщик подарков получился. Со своими лошадьми, со своей упряжью. Вот такая огромная-огромная елка. Приступаем к новому шедевру новогоднему. Поищите в своих закромах такие заготовочки. Ослики совершенно новые. Краски белая и коричневая. Такой лак. Медиум. И вот такой стекловидный. Кисточка у меня единственная осталась. Шнур жутовый. Наждачная бумага. Будем приступать. Так, мне нужно хорошенько обезжирить.
Сделаем несколько слоев. Это огарочек свечи. Сейчас мы это дело натрем. Сейчас я крашу белой краской. Где-то нулевкой поснимала, где-то даже просто взяла и коричневой красочкой. Я хочу добавить меди, потом покрыть лаком. Нарезала ленточку, такие бантики сделала. Горячим пистолетом все приклею. Так, ну вот, смотрите. Этот мешочек мне не пригодился. Пришлось сделать побольше мешочек. Я и похвасталась тем, что я успела сделать перед Новым годом. Надеюсь, вы делали свои изделия вместе со мной. Возможно, что-то свое новенькое делали, интересненько. Рада всех видеть. Подписывайтесь, ставьте лайки, заходите, делитесь в соцсетях. И всех люблю, целую.